Добрый день, уважаемые подписчики. Сегодня у нас автомобиль Chevrolet Topica 2011 года выпуска, двухлитровый автомат. На этом автомобиле мы сегодня заменим лампочки в задних противотуманных фонарях в бампере. Для этого мы снимем фонари. Можно постелить картонку, фанерку, лечь под бампер и открутить саморез, вытащить фонарик и заменить. Лампочку так просто не заменишь, потому что там кронштейн крепления бампера, он как раз закрывает лампу. Поднимаем автомобиль и откручиваем задний фонарик. Так, ну вот такую взял гибкий удлинитель, сбитый под крестовую отвертку. И вот здесь вот выгрузил саморез. Вот саморез. А теперь уже сможем вытащить сам фонарь. Здесь он сидит вот на такой направляющей. Отключаем разъем. Обычная лампа 21 ватт. Поставлю вот такую светодиодную, красную. И вставляем на место. Закручиваем саморез. Все, лампочку заднего противотуманного фонаря мы заменили. Меняем вторую сторону. Здесь саморез точно так же я выкрутил гибким балом. Вот он подходит, он видно хорошо, удобно, потому что отвертка. Ну, если хорошая отвертка, можно, в принципе, длинной крестовой отверткой подлезть. Но чем вал хорошо, когда я подсовываю, я угол меняю, у меня параллельно становится самореза. Также снимаем фонарь.
И тоже вставляю такую же светодиодную лампу. Заводим на место. И прикручиваем саморез. Вот я о чем говорил. Так и сгибаешь, и удобно прикручивать. Все. Фонарики мы, лампочки в задних противотуманных фонарях мы заменили. Сейчас мы посмотрим, как они работают. Как говорят, все сделал, все проверил, включил, а не работает. Также здесь включил фонарик, а он не работает. Я так подозреваю, что полярность на лампочке неправильная, а на диодах полярность имеет значение. Поэтому сейчас мы снял я разъем, разбираем разъем, берем тоненькую отверточку и поддеваем вот этот желтенький фиксатор. Вот они, наших два контакта. Смотрим, если фиксатор у нас здесь, белый у нас правый, черный у нас левый. Мы их сейчас местами поменяем. Берем иголочку. И вот здесь у нас, получается, где мы фиксатор вытащили, у нас есть флажки. Вот они щелкают. Которые мы отгибаем, и тогда мы сможем уже вытащить вот этот контакт. Все, вытащил оба. Теперь мы вот этот меняем с этим. Обратно его вставляем до защелкивания фиксатора. Все, переставили. Теперь берем и вот этот фиксатор ставим на место. Все. Устанавливаем на место лампочку. И защелкиваем ее. Так. Вот так вот. Идем, устанавливаем, пробуем. Да, все дело оказалось в полярности. Поменял полярность, и противотуманки заработали. Вот так вот светодиод работает. Сейчас пониже опущу. Все, светодиоды мы в задних противотуманных фонарях заменили, так что надо еще и полярность перекидывать. На этом все. Всего вам доброго.